Наша книга «Раз, два, три, четыре, пять. Я учусь считать» помогает научиться счету от 1 до 10 необычным способом. Вначале даны задания, которые можно делать с помощью этой книги. Задания идут от простого к сложному, по мере усвоения материала. Каждая цифра представлена несколькими способами: каким-то природным объектом, абстрактным изображением цифры, черной точечкой, а также с помощью руки, то есть как показывать данную цифру с помощью пальцев. В дальнейшем это помогает легче соотнести количество предметов с изображением цифры, а также быстрее научиться складывать и вычитать. Цифры изучаются на основе природных объектов, которые не очень простые, но и не очень сложные. Вот, например, заяц. У зайца два уха, у зайца два глаза. Нужно еще подумать, что мы будем считать. Ну и так далее. Изучение цифр и счета с помощью природных объектов превращает обучение в увлекательную игру. 5 лучей морской звезды, 6 лапок у муравья. То есть мы не только запоминаем цифры, но и обращаем внимание на различные особенности природных объектов. 7 цветов в радуге, 8 лап у паука и 8 ног у осьминога. А у краба их целых 10, а на двух наших руках целых 10 пальцев. В финале книги мы вдохновляем читателя на дальнейшее познание, ведь новые знания – это новые навыки, а новые навыки – это новые возможности.